Я не имел права с ней вообще вступать в какую-либо перепалку и повышать на нее голос, потому что не царское это дело. Но вот тогда случилось это, за что я сильно пострадал, до сих пор мне этого забыть не могут. Но те, кто понимают и знают, и мои коллеги знают, что такое журналисты некоторые, и как они умеют провоцировать, не вам не рассказывать, что как можно... Да. А зная мой эмоциональный, я скажу, хочу подчеркнуть, не вздорный, не вспыльчивый, мой эмоциональный характер и мою внутреннюю конструкцию знают, что меня очень легко вывести из себя. Как вы думаете, от чего хочет яблоко? Вот она теперь тоже сейчас стала звездой, да, и теперь все знают. Я не думаю, что Марина сама рада от того, что происходит. Я не думаю, что она вообще бы... А что начала. Эти голосовалки в интернете? Я уверен, что она бы сама ничего этого не начала и не придумала и не спланировала вот эту вот масштабную акцию. К сожалению, Марина является просто орудием в руках людей, которые сейчас на данный момент хотят меня уничтожить. Я бы хотел на этом поставить большую жирную точку и прекратить всякие либо вообще разговоры, кто прав, кто виноват, и начать жизнь. Продолжить ее жизнь, почистить достоинство и надеюсь, что на моем примере люди и артисты, коллеги поймут, что все так зыбко, так все непросто, так все временно, и что на моем месте мог оказаться любой из них.